Всем привет еще раз. Сегодня у нас такая штука, называется она тюнер для настройки гитары в данном случае, ну или любого струнного инструмента. То есть вы можете совершенно спокойно с этим тюнером настроить любой струнный инструмент. Вот такая маленькая коробочка. На самом деле мне показалось, что на фотографии мне показалось, что он будет достаточно, значительно больше. Но коробочка такая вот совсем маленькая, что, конечно, меня немножко удивило. Ну, давайте посмотрим, что, собственно говоря, это за зверь, этот тюнер. Слушайте, коробочка такая, ух ты, достаточно крепкая. О как, коробочка пустая. Здесь пакет в пакетике. Замечательная вещица, сам тюнер. Он с прищепочкой. Прищепочка, вот она, мягкая, да? Это вы закрепляете на гриф своего инструмента. Ну, то есть, как-то вот так вот это будет примерно, да? Закрепляете на гриф своего инструмента, и он вам, по нему настраиваете гитару. Тут же к нему прилагается замечательная вещица под названием. Короче, описание всей этой ботвы. Где, господи, и на английском, и на китайском языке дано описание этого прибора. Ну, в общем, суть его в чем? Работает он достаточно просто. Вот у нас есть батарейка. У меня сейчас нету, к сожалению, гитары. Сейчас мы его попробуем, батарейку вставить. Вот так это все сдвигается. Здесь это все выглядит вот таким вот образом. Вот видите, вот он чудесным образом заморгал. Да? Сверху вот это вот. И вот вот эта кнопочка, она... Это выбор инструмента. Сейчас мы найдем. Гитар. Это у нас G. Нам надо выбрать. Вот гитар. Снизу написано гитар. И теперь, когда вы будете играть на гитаре. Раз. Не хочет совсем. Вот. Когда вы будете играть на гитаре, то, соответственно, вам тюнер будет показывать, чем ближе у вас будет находиться стрелочка, при как будете щипать струну к центру, соответственно, то тем точнее у вас будет настройка. Что приятно, что лежит в комплекте батарейка. Это достаточно приятно и в общем, вот такая вот штука. Ребята, кому понравилось, покупайте. Ссылочка тоже есть под видео. Будем надеяться, что эта штучка работает. Как только появится гитара у меня, я сразу вам запишу, как она, собственно говоря, звучит. И как она настраивает. В общем, все. Всем привет. Ссылочка под видео, как всегда. Покупайте волшебную штучку. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Так, теперь давайте проверим, как эта штука все-таки у нас работает. Мы ее включили, выставили вот здесь вот гитар. Нашли, соответственно, камертон, то есть чистые звуки для настройки. Это гитарный камертон, откуда мы можем взять непосредственно звуки, точные звуки для настройки своего инструмента. И проверим, насколько этот инструмент работает.
Значит, смотрите, в чем суть. Если мы просто включим его, ну, то есть камертон, и просто вот так это будем держать, то он работать не будет. Смотрите. Но если мы поставим его непосредственно вот так вот, вот таким вот образом, хотя бы даже на тот же самый планшет, то есть на инструменте все будет совсем по-другому. Но мы поставим его на планшет, и смотрите, как ситуация меняется. И смотрите, насколько четко он показывает. Смотрите, идеально. Смотрите, четко как. Здесь он нам показывает, какая струна и какая нота, соответственно. Ну вот немножко, да, вот здесь вот у него есть два расхождения. На пятой и на шестой струне. Это у нас ля и ми тоже. Давайте еще раз посмотрим. Первая струна ми идеально. Вторая струна идеально. Третья идеально. Четвертая идеальная струна. А вот здесь немножко мимо. Вот у нас ля не строит, получается, и ми, да? Ну, вот есть небольшой крючок, но четыре струны показывает идеально. В общем, смотрите сами, привыкайте, нравится, не нравится. В общем, там... Настроить его частично можете подстроить еще потом дополнительно. По крайней мере, первые четыре струны, вот он действительно по камертону показывает вровень. Так что всем удачи, музыкального творчества и всего-всего самого наилучшего. Все с наилучшими пожеланиями. Беляич, внизу есть у вас волшебная кнопка, где можно купить эту чудесную штуку.